этого Лепехина. Никитич, нахожу фамилии. Все, сегодня завести? Остряков. А, туда опять домой. Не Остряков, а Остряков. Ну, а что тогда? Она могла измениться, правильно? Могла. Ну, и в списках казаков по этих ну, реестрам там идут Остряков, понимаешь, где-то. Ну, а там, если взять фамилию Юрчиков, Юрищев, там Юрчу и так далее, все с одного корня и пошли. А просто потом немножко это сделали. Я думаю, все-таки они Остряков. Дорогие родные родственники, наши посещают. Сегодня мы прощаемся с Николаем, который был уроженцем нашего края, уроженцем села Черемуховка. Мы
земляки его кибыльинцы. Мы потомки казаков Кигиловцев. Николай, с ним я познакомился лет 20 назад, когда он пришел к нам в школу, в музей, который мы организовали. И там у нас есть небольшая экспозиция, посвященная казакам. И с тех пор мы тесно поддерживали связи. На все мероприятия, которые были посвящены военно-патриотическому воспитанию, они дружно приезжали, вот, и содействовали патриотическому воспитанию наших детишек. Очень жаль, что мы сегодня прощаемся с ним. Он был спокойный, справедливый, скромный. И своей такой вот скромностью, воздержанностью воздействовал на ребят. Вот. Нам его будет не хватать. Дорогие родственники, примите соболезнования наши. Пусть земля ему будет пухом и вечно ему память. Добрый казак был. Он всегда активно очень принимал участие в наших мероприятиях. Не только вот по населенному пункту, где мы сейчас находимся, в Аким-Ильинке, но и в Туле. Старался молодежи передать свой опыт и по службе, и в органах, и свой житейский опыт. Всегда вставлял свое ценное слово в каких-то беседах, спорах, на кругах. Вечная память тебе, Николай Михайлович. Спасибо тебе огромное за твой труд, за горячее сердце, за честность твою. Вечная тебе память.
Помилуй, придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся, преподем славу Цареве и Богу нашему. Живой помощи высшим строе Бога небесного дворится речет Господи, заступник мой, еси и прибежище мое, Бог мой, уповай на него. Я хочу избавить от тети лохи, от соли всем мятежных, пресня своими осенитя, и под крыле его надеешься оружием, а выйдите истина его, не убоишься страха ночного, от стрелы летящего дни, от вечего дни, приходящая, от срячи и велся полуденного, подпьет за стороны твоей тысячи май, тебе отпускнул тебе, же не приблизится, оплачащими твоими смотрите вы, заяние грешников, узрите, яко ты, Господи, упование мое, положи Вышнего неси прибежище Твое, не придет к тебе злой, рано не приблизится к тебе силу ему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды Василиска, на ступицы и поперечи льва и змея, яко на меня уповать, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, возовет по мне, и услышу его с ним, где в скорби, изму его, и прославлю его, да готовь его, и спасение мое. Слава Твоему Сыну Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя. Правде скончавшийся духу, раба твой, спасти покой, сохраняя юго блаженной жизни, я жу тебе, человека, люби, покойся твоим, Господи, держи все стихии твои, укрываются, упокой духа, раба твой, яко единый ты, человека, люби, слава твой, сила, Бог сошедший у вас, и уже окованных разрешивый, самый дух раба твоего, покой, и ныне присно водитель. Единый непорочный, дело Бога, вести мне русское, молитесь спасти душе его. Со святыми покой, Христе, дух раба твоего, теперь нет болезни, печали, воздыхания, но жизнь бесконечная. Сам един есть и бессмертный, сотворивый, создавый человека землю. Губы от земли создав, и всей землю дует, и пойдем. Яко же повелел еси, создавый мя и реки ми. Яко земля еси и землю, ответишь,
сам же ты человек, и входим на дом передадей, горячий пит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Честнейшую херувим, славнейшую без сравнений серафим, без истления Бога Слово родствую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне присно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во блаженном усении вечный покой подашь Господи Иисусом рабам Твоим, новопредставленному Николаю Евдокии, Николаю Василию, Александра, Михаила, Дмитрия, Николая, Марии, Алексея, Дениса, Тихона, Леонида, Агафии, Виктора, Людмила, Любови, Маши, Мечисловника, Покохи, во блаженном усении вечный покой подашь Господи Иисусом рабам Твоим, новопредставленному Николаю Евдокии, Николаю Василию, Александра, Михаила, Дмитрия, Николая, Марии, Алексея, Филиппа, Тихона, Леонида, Агафии, Виктор, Людмила, Любови, Марфы и всех сродников покойте. Во блаженном учении вечный покой подашь Господь, просто раба Твоим, представленному Николаю, Евдокии, Николаю, Василию, Александра, Михаила, Дмитрия, Николаю, Марии, Алексея, Филиппа, Тихона, Леонида, Агафии, Виктор, Людмила, Любови, Марфы и всех сродников. Прости нас, пожалуйста.
Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и в веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на Тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.